сегодня утром в 5 часов 25 минут на 31-м километре автодороги М-10 Конаково-Иваньково произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкновение автомобиля «Мазда» с автобусом «ПАЗ», который осуществлял перевозку работников предприятия «Дмитрова гора». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Мазда» скончался на месте ДТП, и 15 человек из автобуса получили ранения различной степени тяжести, из которых 8 человек были госпитализированы в больницу. Остальные осмотрены, отпущены с места ДТП. По предварительной оценке следствия, причиной дорожно-транспортного происшествия послужил выезд на полосу встречного движения автомобиля «Мазда». Из особенностей следует отметить то, что водитель автомобиля «Мазда» ранее, буквально недавно, оформлялся с сотрудниками Конаковского отделения ГИБДД за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.